Я, как и мой папа, люблю все делать своими руками. Сегодня я вам это продемонстрирую. Ну что, начнем? Первый вариант фидерной кормушки мы будем делать из бутылки. Для этого нам понадобится такой черновик от лопаты, сама бутылка, фен и ножницы. Для начала мы срежем донышко у бутылочки. Само донышко нам пригодится под какие-то мелочи. Мы убираем его в сторону. Сейчас нам понадобится вот эта часть бутылки. Теперь мы берем нашу бутылку и одеваем на кусок черенка от лопаты. Теперь одеваем перчатки, потому что сейчас мы будем пользоваться феном. Так вот у нас получилось, но бутылку желательно брать, чем тоньше, тем лучше. Отрезаем кусок, прикидывая к этой кормушке. Заготовочка у нас получилась. Так, берем нашу основу, берем разогретый паяльник и по кругу делаем дырочки. Вот мы наделали нашу кормушку. Вот мы наделали столько дырочек, чтобы прикормка лучше вымывалась.
Если вы хотите маленькую кормушку, то вы можете взять капсулку от Kinder Surprise и наделать вот таких дырочек. Далее мы берем любой груз, например, свинцовую ложку или гайку, предварительно забив туда деревяшку. Берем нашу заготовку, в нашем случае мы будем использовать гайку, в которую вбили деревяшку. Берем нашу гаечку, ложим ее на какую-нибудь деревяшку, прикладываем к ней нашу заготовку. Предварительно вставив шуруп на другой стороне. Теперь просовываем отвертку. Вкручиваем шуруп. Вытаскиваем отвертку. Так у нас получилось. И проделываем там дырочку. Прикручиваем к нашей заготовке. В эту дырочку у нас будет просовываться леска. Вот, просунули. Решим сюда поставить вертушок и привяжется поводок. Итак, подведем итоги. Первая кормушка у нас готова. Приступаем ко второй кормушке. Итак, для второй кормушки нам понадобится трубка от шланга, любая проволока. И мы начинаем наматывать. Прям близко-близко, чтобы кольца были близко. Так, вытаскиваем. У нас получается подобие пружинки. Далее мы берем палочку чупа-чупса, вставляем нашу пружинку. Если вам надо, чтобы ваша кормушка была потяжелее, вы можете одеть гаечки. Или сделать вот такую вот дырочку и вот так вот надеть. Мы не будем утяжелять. Зажимаем кончик пружинки на палочке. Вот так у нас получилось. И на другой стороне надо сделать точно так же. Итак, все это дело надо выровнять. У нас получился. Теперь мы можем взять леску и просунуть ее. Вот. У нас получается вот такая кормушка. Подведем итоги. Мы сделали вот такие две кормушки своими руками. Конечно, они не похожи на те, которые продаются в магазине, но они своими руками. Спросите, почему мы делаем некоторые вещи своими руками? Потому что один подписчик у нас живет в Швеции, и в магазин не продают кормушки. Так что, кто не может купить в магазинах, то можете сделать вот эти кормушки. Что ж, всем пока! Ставьте лайки и подписывайся на наш канал. Пока-пока! Кстати, наш подписчик обещал прислать нам видео, как ловил рыбу в Швеции. Я кого-то воевать. Давай.